Идеальное платье. Оно должно подчеркнуть во мне все хорошее, что есть, кроме возраста. И в нем меня должно хотеться гладить, обнимать, но при этом мне самой его гладить никогда не приходилось. Шерсть не должна прилипать, а мужчины должны прилипать. У него должно быть такое декольте, но при этом все равно все должны смотреть мне в глаза. Чтобы оно было скромным, нежным, но чтобы было удобно слезать в нем с барной стойки. Чтобы его все хотели, а влезть в него могла только я. Чтобы оно было максимально коротким, но при этом намекало на мои серьезные намерения. Цвет. Цвет должен быть ярким, сочным, может быть даже черным. И чтобы я сама смогла расстегнуть себе молнию, но чтобы мне никогда не приходилось этого делать. И чтобы оно стоило 1000 рублей. Нет, даже меньше 1000.